Всем добрый день, дорогие друзья. У нас новый день, новый влог. В целом, рассказываю. Прошел у Егора выпускной. Я ничего не снимала. Фотки я вам повставляю. Мы там с учителями пофоткались. Снимать некогда было. Поэтому вот так вот. У Егора сегодня первый экзамен, понедельник, первый экзамен. Я сегодня обещала ребятишкам, что мы сходим в блинную. Поэтому я их жду со школы, время уже к 12 подходит. Я сейчас хочу немножко привести себя в порядок, накраситься хоть чуть-чуть. Вот тут дома как не знаю что. Себя не крашусь, ничего нет. Ну, в целом, поэтому пойдем сегодня с ребятишками в блинную сходим. Сначала со старшими схожу, потом в какой-нибудь выходной день схожу с младшими, там видно будет. Ну, сегодня вот со старшим. Хочу просто, чтобы Егор немножко расслабился, и а то он напряженный последние дни очень сильно. И младшим, ну, деткам и другим обещал, что мы сходим в блинную. Поэтому мы сегодня идем в блинную. Ладно, дорогие друзья. Постараюсь поснимать, не обещаю, конечно, но постараюсь. Хотя бы то, что закажем, засниму, понравится, не понравится детям. Так что вот такие вот дела. Ладно, идем, одеваемся, ждем детишек и поедем. Сейчас хотела накраситься. Представляете, опять у меня дети тушь собрали. Девочки постоянно у меня отбирают тушь. Как бы я с ними не ругалась, что девочки, не трогайте, пожалуйста, мою тушь. Это моя. Ну, Света свою всю измазюкала и схватила мою. А зачем маме-то, да? Маме же вообще ничего не надо. Так, у меня первый ученик уже пришел. Ура! Сейчас ждем еще Машу и Оксану и поедем. Там Света не ехала с тобой? Нет. Че с экзаменом? На 5? Я точно не знал. Ну, на 5 я понимаю, что. Но на 4. Я вторую часть не смогу. Поэтому либо 3, либо 4. Ну, либо... Будем надеяться на 4. Да? Да. Че насчет талонов? Дали на всю неделю. Завтра у тебя уроки. Обычный русский, математика, география. Я смотрела 9 класс, вам расписали. Это консультации. А, это все. Тебе на... Так, ладно, мои хорошие, буду я... Сейчас я тебе сама тогда сделаю. Накрашусь и будем собираться. Скоро уже у меня Маша с Оксаной приедут. Так, если я не могу, мне тут подписчица моя посоветовала купить... Тушь какую, говорит, лучше взять. И карандаш коричневый. И так я не могу заехать в Магнит косметикой купить ее. Надо заехать и купить, и от детей спрятать. Подальше придется старой Светиной тушью. Вот она мою забрала. У меня водостойкая была. Она постоянно ее отбирает. Ой, да это вообще высохшая. Какую курточку? Новую? Нет, старую. А, старую? В смысле, так мы с... нет новой. Ну, зимнюю я имею в виду. Василиса, перестань бить Феликса. Весеннюю мы Даньке все соберем. Все твои маленькие вещи соберем и отдадим Даньке. А? Даньке отдадим. Ну, или можно Ваньке. Ну, со временем, как твои... Знаете, прикол был? Мы пошли с Егором на экзамен. А Егор одел туфли. Это Ильюшкины были туфли. Илья их раза два, может, одевал. Ну, три, да, может, от силы он их одевал. И, а то и меньше. Правильно Егор сказал. Мы поехали, все. Он едет, говорит, мам, у меня туфли рассыпаются. Я говорю, в смысле рассыпаются? Смотрю, спереди немножко отклеились. Я говорю, да ничего, один день-то проходишь. Ну, в туфлях же все равно красивее, ну, сами посудите. Мы сходили в Дом пионеров. Там надо было кое-что забрать.
Он идет, у него вообще пол подушек уже нет. Они просто, понимаете, подошва по кусочкам стала рассыпаться. Мы пришли, зашли на рынок и просто купили другие кроссовки. Вот что значит, когда вот, знаете, вот некоторые говорят, да ставь другие, подрастут, туфли подойдут, потом это. Они со временем, подошва рассыпается. Я вообще раза два их три одевали, как туфли новые, понимаете, лежали. Но Илья их когда еще одевал, когда он учился, уже 3 года он там учится, а туфли рассыпались. Мы просто их, Егор одел сразу новые кроссовки, а эти мы на помойку выкинули. Все. А вы говорите мне хранить некоторую обувь, она просто потом рассыпается, ребят, подошва. Я вообще в шоке была. Ладно, хоть до рынка дошли. Вот вам и анекдот из жизни взялся. Придется этой Светиной старой туши. Вот, Егор, и анекдот, да, из жизни. А в этих-то нормально ходить, удобно? Блин, не, этой тушью я не накрашусь, я не могу. Придется, наверное, сегодня себе тушь еще купить. Ай, уронила. Ладно, дорогие друзья, ждем Машу и Оксану. И едем домой. Ой, тьфу, в кафешку. Маша, ты довольная? Тебя там нет. Что ты заказала себе? Мороженое, блины и коктейль. Да. А ты довольная? Да. Сейчас покажем все, что заказали. Ну, тут еще Егор, но я вам только руку его покажу. Сидим, ждем заказ. Друзья, мы сходили. Ребятишкам вроде понравилось. Понравилось вам? Теперь стала с маленькими сходить. В целом, сейчас покажем покупки, что купила. Зашла в магазин, взяла стаканчики. Вот эта упаковка тут 100 штук, по-моему. Или сколько? Короче, 100 рублей вот эта упаковка. Стаканчик. Будем садить. На, Маш. Да, я покажу. Оксана себе брала чупа-чупсы. В чупа-чупсы попался вот такой вот магнитик. Оксана! Это пазл-магнит. Да, пазл-магнит. Оксана, да. Вот ты, тебе надо лезть. Маша, из-за тебя сейчас Оксана плачет. Так я не лезу. Вот у Маши привычка дебильная. Это Оксанина? Нет, Маша достала, разорвала, распечатала, все. У Оксаны теперь истерика. Дальше. Короче, 2 литра молока взяла. Маша! Сухарики. Вот это забери чудовище отсюда. Так, дальше, следующее, что забрали. Ну, это детки питье брали. Чего ты ревешь? Чупа-чупс свой ищешь? Я не знаю, где это. А вот он. Чупа-чупс. Так, взяли вот такие вот конфетки, мам. Сейчас в садик пойду, чтобы мне было что с собой брать. У меня сгорел фен. Мне... А, кстати, помните, я говорила, Оля мне поможет сковородку найти. Все приняли. Вот халявщица просит на халяву. Ребят, мне этот человек просто помогает найти ссылку на Валберес на хорошее качество сковородки. Она мне уже делала. Вот блинная сковородка для индукционной. Это она мне все ссылки скидывала. Я за свои деньги заказывала. Не она мне бесплатно давала. Ни в коем случае. Вы что? А то мне понаписали, там халявщица уже в наглую просит сковородку. Ребят, я просила ссылку. Она знает. Она в этом плане. Она и пишет потом меня. Говорит, там вообще, говорит, черт знает, что написали в комментариях. Короче говоря, она мне, кстати, тоже помогала фен найти. Дешевенький, недорогой, что-то 400 рублей, что ли, потому что наш сгорел. Он такой маленький, компактный. Потому что, видите, у меня волосы так. А куда-то что-то идти я не могу даже уложить.
все. Дальше. Заходили в фикс прайс, брали мыло хозяйственное, взяла вот такое вот. Первый раз такое увидала, взяла на пробу. Ну, тут это нижнее белье я заказывала в Валберес. Это уж не буду здесь показывать. Дальше, вот такое вот мыло мне подписчики советовали против пятен. До этого вот ни разу не видела, что привозили. Сегодня увидела, взяла кусочек на пробу. Дальше мыло. Вот такое вот хозяйственное, универсальное взяла. И вот такое вот сарма еще против пятен. Мыло, короче, набрала по полной программе. Питье. Это кто брал? Я. Оксана брала. Дай я себе налью, пожалуйста, попить. А то я так пить хочу. На. Извините, пожалуйста, просто я так пить хотела. Дальше. Это что такое? А, гель для душа, да. Это, ребята, гель для душа. Если что, вот здесь вот написано гель для душа. А то потом напишешь, что опять какую-нибудь вкусняшку взяли. Она же вкусно выглядит, да, Маша? Как напиток вот. Да, как напиток. Этот напиток чей? Егоркин. Егоркин. Так, а это у нас заказывалось для того, чтобы делать украшения, Маша. Как оно? Нет. Это весы. Как? Да, из эпоксидной смолы. Вот украшение. Следующий пакет. Так, ну это... Надо это убирай пакет. Мы заходили на конечную в Пятерочку. Взяли два разных багета на пробу. Не помнишь название, Егор? Багет. Ну, багет. А вкусы? Тут, короче, два разных. Один такой длинный. Один покороче. Один батон нарезной взяли. Шампунь по акции был по 249 рублей, а до этого стоил 400 с лишним рублей. Поэтому я взяла, у меня у мужчин закончился шампунь. И также взяла вот такой вот шампунь, это деткам. Василиса, вот куда ты лезешь? Скажи, пожалуйста. Так, вот это вот чьи? Хрен или что-то. Холодец. Это Егоркина. Томат Оксанина. А, бекон. Это Машина. Все, все, ребят, вот такие вот все покупки, фотографии я вам вставлю, как мы сходили. Деткам понравилось. Теперь осталось еще маленьких сводить куда-нибудь. Так что вот такие люди. Смотрела, Катя меня просила идти. Как они называются, шорты, Катя, ты просила? Велосипедки. Их не было у нас в фикс-прайсе. Спросила у женщин там, которые работают. Я говорю, есть? Нет. Она говорит, нет, не привозили. Поэтому ждем, когда привезут, чтобы Катя велосипедки еще взять. Все, вот такие вот в целом покупки. Пишите, что думаете насчет этого. Сходили, детям понравилось вроде все. Ну, знаете, с ними что неудобно ходить? Они не до конца доедают. Они, не... они, на... они половину блина съели, все, они наелись. Они половину мороженого съели, они наелись. Половину коктейля выпили, все, мам, я больше не могу. Это Оксана. Маша тоже половина блина только съела. Она не доела. Но она мороженое и коктейль она съела. И роллы. И роллы, да, еще брали. Ну, фотки вы увидите. Так что вот такие дела. У нас на улице уже который день снег идет. Холод, дождь. Просто. Мы обратно все курточки зимние готовы уже одеть. Просто невыносимо холодно. Ну, и все, кто тут, все знают, что какая у нас холодина. Так что вот такие дела. Сейчас я все это уберу и буду собираться в садик. Всем хорошего вечера.